Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и постоянные зрители канала. Не откладывая дело в долгий ящик, я потом все объясню, что здесь. А мы сначала разыграем приз, вот эти замечательные клипсы от Сары Ковентри. И они стали победительницей. Невозможно выбрать фаворита, все клипсы прекрасны. Абсолютно с вами согласна. Кстати, их еще много осталось, поэтому надо их в Телеграм выложить. Кстати, на Телеграм подписывайтесь. Рузалия, Рузалия, это ваше. Вот, Рузалия, вам теперь следует связаться со мной. Как со мной связаться, есть в первом закрепленном комментарии под каждым из моих видео, под этим тоже. И в инфоблоке нажимаете кнопочку «Еще», разворачивается, и там связь со мной. Вот, поэтому, да, кстати, подписывайтесь побольше в мой Телеграм, не игнорируйте, я там выставляю то, что остается от видео, с ценами, и все там можно как раз очень даже классно. Рузалия, все, это как раз ваши клипсы, дальше уже наши с вами технические моменты. Итак, если вы также хотите выигрывать на моем канале, вам следует подписаться, потому что у меня рандомайзер выбирает только подписчиков, извините за тавтологию, оставить положительный или нейтральный комментарий и поставить лайк под видео, просто как будто бы яйцо разбить. Вот. Так, кстати, насчет яйца. Вчера был день блогера, но перед этим я хочу сегодня 15 июня. И я хочу поздравить своих моих любимых, дорогих маму с папой с 39-летием их совместной жизни. Да, они сегодня 39 лет назад поженились. Мои хорошие, я вас очень сильно люблю, поздравляю вас. И, знаете, вы сделали самый лучший подарок для себя. Это меня, да. Вот, я вас обожаю, мои лучшие. Так, вчера был день блогера. Кто в телеге был, то знает, что мне муж подарил вот этот гигантский киндрик. Я из таких людей, которые любят такие вот подарки, да. Девочка Яна, 38 годиков, любит киндер-сюрпризы. И многие спрашивали, что внутри. Но мне как-то показалось, что это будет свинство, если я открою этот подарок без вас. Потому что кто такой блогер? Блогер никто без своей аудитории, без своей любимой аудитории. Поэтому кому не интересно, пролистайте, ничего страшного. Вот, кому интересно, ну вот, я все-таки тот сторонник, который еще киндер-сюрпризы застал 90-х годов, и я считаю, это были самые классные киндрики, которые только были. Там были офигенные игрушки. Конечно, мы не знали, что они потом станут коллекционные, и они потом уже раздались. У меня была целая огромная банка. Это мне покупали по 2 киндрика в день, один точно всегда. Поэтому сейчас, ну, такие вот большие мне муж часто очень дарит, поводы и без повода, поэтому тут как повезет. Ну, обычно так, как сейчас современный пример. Я уже, видите, как мастерски наловчилась их вскрывать. Такая вот большая здесь капсула. Так, немножко, конечно, это неудобно. Отодвинем. Я специально сегодня будет распаковка вот на такой подложке, потому что это моя рабочая подложка. Сами понимаете, это лом, и как бы не хочется потом это все. Это грязно, короче. Вот. А сейчас это пищевое, я все-таки взяла чистое. Так, здесь серия Куалы. Слушайте, напишите, если вам интересно такие вот, я как бы могу снимать небольшие влоги, вот, потому что я люблю все, я заказываю какие-нибудь мистери, там что-нибудь на Валбрис, что-то такое вот, что там, как говорится, попадется, что попадется. Так, что мне попало здесь? Я через камеру ни хрена не вижу, поэтому давайте смотреть. Так, мне досталась панда и, видимо, еще один попанденок. Давайте сейчас. Где бумажка с инструкцией? Так, вот это нам досталось, да. Мама панда с попанденком. Ну, в данном случае это я и Мефодик. Иди, мои хорошки. Так, а как вас собрать? Так, пробуем. Так, давайте, чтобы я не занимала время, у меня тут бесхозный муж есть. Вот, ну, конечно, он вкусный, он очень даже, ого, вот, очень-очень. Поэтому, Сашенька, любимый, ты меня любишь, да?
Возьмем. Половинку яичка твоя за это плата. Он радуется. Так, теперь тебе надо вот это все забрать, собрать. И потом, когда ты соберешь, нам возьми, пожалуйста. Вот, возьми. Осторожно, ничего не урони. И смотри, чтобы Мифа не съела это. Ничего уронил, потом заберешь. Ты дерево уронил, да. Тебе кусок дерева. Вот, потом нам как соберешь по этому, покажешь, в общем, что собрал. Вот, ну что время-то терять. Итак, не смотрим это, да, это моя рабочая поверхность, я здесь восстанавливаю, творю, что здесь еще, тут еще находится то, чем я это творю, всякие клеи, всякие спирты, эпоксидки, всякие прочие, кстати, вот этот суперский клей, он супер клей, но он не оставляет, как это сказать, он при высыхании становится прозрачным, но им очень надо аккуратно пользоваться, если вы умеете все делать быстро. Да уж, раз попалась, это будет брошь на подарок тем, кто подпишется, поставит лайк, и кто еще не подписался, и оставит комментарий. Здесь хрустальная, вот такая вот замечательная брошь. Это Джуди Ли. Еще старенькая версия, еще где они не подписывали, есть только юбочка. Вот, поэтому я пока буду застегивать, 150 лет пройдет. Мы не для этого собрались, мы посмотреть лом собрались. Так, как бы вам сказать, пакет здесь не малый. Еще помимо пакета есть... Ай, блин, кто-то мне всегда обязательно это. Еще вот такое. Так, я не сволочь, давайте начнем с интересного. Раз что-то отложено, значит, что-то это приложено. Да, девчонки, если что-то захотите приобрести, вообще не проблема. Связь со мной всегда есть, но, сразу говорю, ничего восстанавливать не буду. То есть, как есть. Так, поэтому давайте с вами начнем сразу же. Я так понимаю. Этот лот назывался, как бы, я могу сейчас ошибаться, ресайлинг. То есть, короче, можете что-то переделать, доделать и жить спокойно. Ну и еще то, что здесь много целых вещей, которые не продавались. Но это так мне перевел то, что в айфоне переводит. Вот такая брошь. По-моему, это хрусталь. Она не мытая, поэтому... Да, она хрустальная. Как мы видим, здесь полное практически отсутствие мелких кристаллов. Так, что еще? Барашек здесь. Ну, барашка тут, считай, нету. Ну, в принципе, можно без него жить. Да, тут вот это вот надо немножко круглогубцы. Я немножко уже поставила, видите, какие руки. А так, конечно, брошь хорошая. Прям я бы даже сказала, очень. Так, нормально. Но не будем задерживаться, нам пакет целый надо посмотреть. Так. Я стараюсь покупать не совсем, вот, знаете, куски лома, чтобы мы прям смотрели, а что это было. Так, а что здесь? Так, это брошь, она в хорошем состоянии. Нет, это не Джулиана. Вот, фальш лапок много, вот эти только хорошие. А вот здесь фальши. Так, вот такая. И она меня собака колет, вот я теперь знаю, кто меня колет. Красивые кристаллы. Видите? У них цвет такой, как-то их сейчас рыжит больше цвет, а так прям такой прям розовый, нежный. И, как я всегда говорю, когда есть клипсы, есть запас. Так, это по ходу дела. Я через камеру смотрю, поэтому не меня не судите строго. Специально даже руки вымыла, все-все-все, только залезла там в пакет, и все, и ты уже как свин. А, ну еще сейчас шоколад скрывала, нормально. Вот так вот это здесь наклеить. Ну и можно пожертвовать, либо подобрать розовые камешки. Одно из этих, а из второй сделать можно. Кстати, хорошие вот эти вот. Смотрите, какой задник вообще. Стекло, а вот это хрусталь, это я и так вижу. Классный набор. Так, пакетики можно, я сразу буду это... А, вот еще у меня здесь. Это дресс-клип в хреновом. Нет, здесь все есть, но такое ощущение, что его кто-то пытался починить. И, знаете, что-то пошло не по плану. Все здесь есть, но такое ощущение, что его красили или что-то типа того. Он, ну, он, в общем, вот такой. Но он рабочий. Ну, видимо, какой-то американец решил его доделать, посмотрев русские распаковки. Так, и здесь вот какая-то волшебная коробочка. Давайте, так,
Пин. Такие обычно у Эйвены. Ну, в принципе, вон и Эйвены есть. Эйвен, Эйвен. Да, просто грязненько, поэтому... Давайте я слово грязненько не буду каждый раз употреблять. Вот такой ангел. Явно, что это с праздника Святого Патрика. Ты собрал? Так, водружай. Муж собрал. Неустойчивая модель, сразу говорю. А, она просто на дереве вот так держится, да? Вот это вот, вот просто вот туда вот положи. Вот куда хочешь положи, я потом все равно переложу. Вот посмотрите то, что в этом киндер-сюрпризе. Так, можно. А малыша можно снимать, да, Саш? Да? Ну скажи слово-то. Да, да. У меня муж очень скромный. В общем, вот такая вот. А тут вот. А у Куалы раз глаза красные? Не, я просто, я не сомневаюсь, я просто у вас спрашиваю. Я не самый большой знаток Куал, поэтому я лучше спрошу. Ну, в общем, вот такая вот штукенция попадается в такой серии. Вот так, ну, не знаю, по мне все-таки... Ну, во-первых, это подарок, Сашечка, спасибо тебе большое, мне приятно. На день блогера, да, он машет. Вот, да почему бы и нет, черт возьми. Так, что здесь? Так... Давайте посмотрим, что здесь. Ну, я понятно, что замок отдельно, что-то другое тоже отдельно. Вот такая старая, очень старая. Это хрусталь, девчонки. Это даже я могу сразу сказать. И здесь случилось то, что отвалилась, ее приклеили, и она снова отвалилась. То есть, в принципе, капля хорошего клея, и все будет all right. Вот я даже сейчас... Почти ее так. Ну, помыть и приклеить. Все. И у вас будет вот такая. Это штучки старинные. 50-е как минимум. Можно, чтобы я потом не растеряла. Я положу ее сюда. Все на месте. Так, что здесь? Я не знаю вот этих обозначений. Поэтому. Это мы типа самое путное смотрим. Там что-то вот. Аж продавец от этого. Ну, какая-то тут вот иерархия явно прослеживается. Наверное, здесь можно что-то налепить. Сюда какие-нибудь эти. Замочек старенький-старенький. Но рабочий, если отмыть. Вот, ну, в общем, как-то так. Так, что здесь? Пудель. Отсутствует пара белых кристаллов. Давайте поближе вам его покажу. Эмалевый. Ну, не сказать, что прям винтаж. Ну, и не сказать, что стал. Где-то, я бы сказала, начало 2000-х. Потому что неплохой. Даже, может быть, и не китайский, но может быть и китайский. Потому что уж больно сделан хорошо. Вот. Ну, сами видите, двух нету здесь. Одного точно я вижу здесь, нету здесь. Ну, кристаллы белые, как говорится, вот здесь точно нет. Их всегда можно где-нибудь надыбать. Как минимум на Валберес точно. Так, это что? Вот такая брошка. А что с тебе не так? Белых кристаллов нет. Белых кристаллов вот только вот здесь вот остались. Не маркированная? Нет. И видите, какая старенькая еще крючок-замок. Вот, тоже 50-е годы. Вот это вот хрустальное точно, про остальные не знаю. Но я просто уже на глаз могу это определить. И последнее здесь. Австрия, похоже. Тут что-то маркировано. Так, я так понимаю, это то, что... Так, давайте откроем, что-то понимать. Камни я не буду вытаскивать. Здесь количество 3 штук. Если сейчас совпадет с отсутствующими. Раз, два, три. Да, это отсюда. Замок, видите, паянный. Это тоже пайка была, ну или просто сошло. Не похоже сошло. Сейчас. Так, нет, пайка точно была. Это паянная. Я смотрю, работает, работает. Так, давайте поближе. Чье это? Производство Австрии там или нет? Или не Австрия? Австрия. Австрия, я уже ее знать могу просто по этой. По словам, по глазам, по голосу. А, хрусталь я даже не буду проверять, я это вижу. Вот такая. По сути, наклеить 3 кристалла, которые есть.
почему было их не наклеить и не продать, я, конечно, не понимаю. Но это американцы, как говорится. Дай бог здоровья их же порукости. И дай бог здоровья нашим замечательным рукодельницам. Так, я карточку уберу, потому что у нас сейчас будет что-то. Ну, вот это мы, конечно, все за раз не посмотрим. Девчонки, тут, смотрите, тут будет, как говорится, всего. Вот, например, такое. Ну, мы понимаем, что это что-то из современного, но давайте посмотрим. Вот эти сами штуки хорошие. С чем? Можно оставить как есть, можно, конечно, переделать. Что-то сделать более интересное. И, насколько я вижу, потерь я не вижу. Не, не вижу. Я просто быстро могу это увидеть. Вот. А, поэтому... Да, это на такой резинке. Вот так вот это все делается. Вот такая вот... Ну, конечно, господи, такое не удивишь. Но в ломе есть. Лом есть лом. Поэтому хрен тут удивляться. Давайте дальше. Там плохое качание. Угу. А то мне опять будет говорить, что гадости говорить. Так, если есть в ломе что-то связано с цепочкой, считай, что мы сразу вытаскиваем все. Так, в частности, так, в общем, вот это вот у нас, ёж-моёж. А это эмаль или стекло? Похоже на эмаль. Нет, это стекло, девчонки. А ты не открываешь? Так, здесь есть маркировка. Чего уходить? Господи, что это? Спенсер? Лондон? Я же тоже... Я правильно читаю? Спенсер? Лондон? А это никак не связано с принцессой Дианой, нет? Или я сейчас прям вот буквально нашла клад? Так, а что здесь написано? Америка... NTH. Или это какой-то... Или это вот в каких-то обществах, которые они состоят, вот заказывают медальон. Я не знаю, напишите мне, пожалуйста, про этот медальон, потому что я нифига не знаю, и я не знаю, открывается ли он. Ну, как бы здесь нечему открываться. Он как бы... Я понимаю, что он внутри полый, это даже чувствуется, и медный. И вот это все-таки это стекло. Вот на такой вот цепочке. Просто вот загадка. Так, дальше. Ух ты, ёпт. Это не маркирован? Но он винтажный, судя по замку. Так, что здесь плохого? Давайте смотреть. А, камни не встроенный ряд, видите, то есть была замена, подклейка, ну, естественно, клеем залито, видите, да? Но это, в принципе, ремонт не самое страшное, это удалить это и по размеру посадить. Опять-таки, я говорю, на Валбрис всегда можно найти камни, это стекло, притом не побитое. Вот такой мини-мальтийский крест. Можно и так назвать, мы с вами нашли. Но есть в нем нюансы, конечно. На вкуп сейчас нюансов-то нет. Так, браслет с резинкой внутри. Кстати, вот эти камешки хрустальные. Да, резинка присутствует, но и растяжение тоже. Хорошенький. Хорошенький разноцветный хрустальный браслетик. Не продавался, его и сюда отправили жить. Так, дальше. Так, вот такая подвеска есть. Так, я когда пересыпала из одного пакета, потому что там был огромный, и он развалился, в другой я точно знаю, что был один камешек, потому что я его туда... Ну вот второго я не видела, поэтому если что,
не пенять. Тут, конечно, что-то можно поиграть и сделать. Чего не знаю, можно сделать. Ну, потому что камни сами видите. Так, подвеска сама, конечно, в хорошем состоянии. Крепкая. И такая приятная. Правда, глазу приятная. Ну, сразу видно американский лом. Самый смешной это флаг от Джулианы. Я очень хорошо их знаю. У меня их очень много, я их обычно в показе не помню, потому что мне всегда приходится. А, нет, не от Джулианы. Сама же это, и сама же не узнала. Нормально так. Это. Через это неудобно читать. Давайте я вам просто это вы сами прочитаете. Знаешь, просто стыбрили очень похоже. А, да, у Джулианы вот здесь продолжение есть, а не более. Прочитали, наверное. А так, конечно, очень сильно похоже. И в замечательном состоянии. Я просто такие обычно джинсовую куртку на этого. Да, и вот здесь расположение немножко другое. Вот. Так, бог с ним. Так, что-то у нас в пакетике. Что-то из непроданного. Давайте посмотрим. Я понимаю, что это какое-то насекомое. Я не разбирала, сразу говорю. Я так кучно это все свалила, сложила. Так, ага, это бабочка. Это маркирована. Так, она маркирована. Давайте смотреть, кем. Давайте смотреть, кем. А это кто? Так, на лапках ничего. А, напишите мне, кем намаркированный. Я сегодня туплю. Это нормально. Видите, да, какой принцип? Бабочка. Так, не хватает вам кристалликов, насколько я вижу. Или хватает? А тут. А, нет, вот здесь точно не хватает. Но тут можно влепякать любой. Вплоть до белого. А так бабочку, она очень-очень-очень классная. И, ну, соответственно, вы ее прикалываете. Ну, думаю, что это такая здоровая бабочка? Ну, конечно, показана на трехкратном лечении. Балда я старая. Вот, поэтому. Вот, в общем, вы ее прикалываете. Помните, как в 90-е вот эти вот заколки были? Такая вот она. Интересно. Ну, конечно, у нее состояние офигенное. То есть из одного камня тебя, бедолага, выбросили в этот. Америка, вы зажрались. Ну, вы уходите, у вас так вот. Ну, сейчас вот прям на летнее платье просто самое то. Вы идете, а у вас там что-то трясется. Так, подальше. Ага, это такие броши. А, в университетах, различных сообществ, клубах. Здесь, по-моему, лось какой-то нарисован. Это может быть и команда, и какая-то еще что-то. И вот такие вот брошечки, значки они заказывают. По-моему, тут Ора написано или нет? Или это мне кажется? Ор, точно? А, не знаю. А может просто так? Я фиг знаю, девчонки. Ну, вот такая вот. Так. Что я тут еще вижу? Очень старая, очень старая. Брошь, это, знаете, такой вот момент дресс-клипов и когда как раз броши вводились. Ну, поняли, да, насколько она старая? Так, что? Что здесь? Здесь все в порядке. Здесь нужно поставить на место иглу, зажать. Сначала, во-первых, выпрямить иглу, во-вторых, поставить ее на место. Вот так. И зажать эту иглу. Зажать эту иглу. Так, поставим так. А, и давайте посмотрим. Да, это очень старое. Это 40-е, 50-е, 50-е. Это как так прям уже прям максимальный срок. Но хорошо сохранить. Ну, сами понимаете, грязное. А как же без этого-то? Это же винтаж. А вы думали, они все ко мне чистые приходят? Да, я не знаю, тут есть ли еще покрытие, или она просто настолько грязная. А что вы смеетесь? Когда отмываешь, иногда там много чего находишь нового. Вот, поэтому, возможно, даже иголка миненная. Вот. И такой вот,
но приятные цвета, посмотрите, какие. Может быть, вклеивались другие, вот на это надо мыть, узнавать. Но, я, как говорится, это лом, поэтому я всегда как есть, так вот и есть. Что я вытащила? Классная брошь. Нет кристалла, кристалла нет. Пока не вижу. Так, сход покрытия. Синего вот этого кристалла нет. Пайка. Вот почему там сход. Припаивался замок. А он рабочий теперь? Да, он рабочий. Посмотрите, какая длинная игла. Это так называемые броши на верхнюю одежду. Но их можно и не на верхнюю носить. Блин, цвет, конечно, синий. Вообще обалденный. Слышим звук? Это еще и хрусталь. Если нет, будет обидно. Потому что такой цвет фиг найдешь. Но красивая брошь. Мне нравится. Так. Ну, здесь сломать, наверное, ничего нереально. Просто золотой браслет. И он маркирован. Какая маркировка-то? Мане. Манец. Мане. Вот. Так. Золотой глянцевый браслет. Давайте не будем долго мучиться. Так, дальше что я достаю? Что я достаю из широких штанин? Так, вот такой дубликат бесценного груза. Очень классный эмаль. Такой подсолнух. Все здесь кристаллы на месте. Они даже стеклянные. Я ногтем чувствую. Так, ну, что вам сказать. Не пипец винтаж, но и не пипец какой новодел. Потому что я это вижу. И по качеству, тем более, это металла. А красиво, правда? Можно вот так. И посмотрите, какая здесь толстая вот эмаль. И вообще... Не-не. Может быть, я говорю, даже начало 2000-х или даже 90-х. Потому что, ну, хорошо сделано, чувствуется. Когда говно, я говорю говно, девчонки, не волнуйтесь. Я зацепила две вещи. Так, первые вот такие сережечки. Сережечки-гвоздички. Нету там маркировки-то, я хочу посмотреть. Нет. Маркировки. А, так, нет, подождите. Подождите. Эйвен. Эйвен. Эйвен совместно с НР. Может, Апьером. Так, ну, вторую смысла нет. Вот такая вот она. А, она еще крутится, вот эта вот фигата-то посередине. Ты что, крутишь? Ты крутишь, что ли, или как? Да! А, девчонки, все, поняла. Это сережка-трансформер. Короче, если вы совсем скромница, то носите вот такой пусет. Если вы не скромница, а бесстыдница, шучу, вы продеваете вот это вот все дело. Сама сейчас только доперла. А, вот так вот в эту дырку. Фиг мне, наверное, не продену. Да, и чтобы не растереть, давайте сразу эту бумажечку. Вот так. Блин, сама не знала. А что тебе вас выкинули? Вы же даже все это целые. И вот такая вот классная фигня. Вообще здорово. Интересная штучка. Так, а, вот я еще вытащила. Так, а вот это Китай. Это я даже могла не переворачивать и не видеть этот замок. Потому что легкий металл. Но красивый. Закос по 1928. Даже попытались закосить под этим. Так, а, это у нас пластик. Да, это у нас пластик. Очень хорошо сделано под стекло. Кстати, все у нас тут на этом. В порядке. Мне когда-то вот такие были нужны, кстати, кристаллы. Я имею в виду формы, но тут пластик. Поэтому я бы их все равно не использовала. Ну, как видите, состояние замечательное. Почему не использую? Не продали, видимо, кто-то продавцу сказал, что это Китай. А может, сам сама сегодня стала. Так же, как вот это, я не знаю, тут есть маркировки, нет? Камни на месте.
камня на месте. Это такой браслет, который, знаете, затягивается. Долго на нем останавливаться, время терять называется. Ой, смотрите, какая смешная штука. Это подвеска в форме селезня утки, не знаю, нужно подчеркнуть. Так, в 93-м году сделано. И вот такая вот подвеска. Блин, мне нравится. И это ведь раскрашено вручную. Посмотрите, какая прелесть. Потом вы мне даже вид селезня напишите, да, я знаю. Так, дальше. Я же говорю, когда есть цепочка, вот еще нормально вышло. Так, вот такая штука есть. Кулон, кулоныч. Стекло. Стекло. Что она? О, маркировка. Итали? Итали. На серебро можно проверить. Итальянская обычно так на серебро ставят. Так, ну цепочка, просто цепочка. И вот такой вот кулон. Под бирюзу, как вы поняли. Неожиданно. Так, неожиданно. Дальше. Ой, какая же ты старенькая. Господи, ты помилуй. Аж одного это. Да, здесь нету одного лепестка. И ей нужна очень хорошая мойка. Очень, очень хорошая мойка. А так, я не могу сказать, Чехословакия это или Америка. Вижу, что вот это не родной замок. Видите, пайка была. Вот здесь должен был быть родной замок. Ну, как говорится, сделали хорошо, и то хорошо. Да, помыть, и, ну, или похоронить, или носить. Вот, поэтому не знаю как. Ну, в общем, что... Ну, старенькая. Это вообще, это 30-е, наверное, 40-е. Вот такой браслет, как говорится, только на выковыривание... Подождите, здесь, блин, а вот это я себе ставлю. Это здесь квадратные кристаллы, их всегда очень трудно найти. Тем более, это либо кубический цирконий, либо это... Да фианиты часто еще ставят сюда. Ну-ка, сейчас проверим. Там должно показать будет. Да, у нас сегодня вот такие вот... Так, там маленький камень, да, поэтому четверку. Чем меньше камень, тем больше выставляем. Сейчас он прогреется, вторая лампочка зажжется. Потому что обычно такое прям... Когда вот восстанавливаешь, вот этих квадратов всегда очень сложно найти. Чтобы вторая лампочка загорелась, должно она... Отлично, не поругаешься, не это. Так, смотрим. Что тут у нас сейчас будет? Я тоже же не вижу. Да, это либо кубический цирконий, либо фианит, либо что-то типа того. Потому что загорелось еще дополнительное. Если было бы стекло, оно осталось на одном и том же месте. Так, это я себя оставлю для последующих установлений. Это, как говорится, это сам деду надо. Так, 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 девочки, все молчать. Я, по-моему, что-то очень важное увидела. Где-то лапка. Да. Она. Она целая. Девчонки. Это вот просто она получает все поджать. И вот так вот. Посмотрите, какая красота. Так. А, вот здесь еще кристалл нет. Ну, здесь белый, так что ничего страшного. Вот синий хрен найдешь. Так. У меня здесь какие-то большие то ли кольца, то ли пыточные элементы. Я не знаю, девчонки. Сейчас, подождите. Как всегда, к ним что-то примоталось. Так чувствую, мы с вами этот будем пакет, наверное, разбирать не один это сезон. Это браслет. Там еще есть еще в глубине. Такая, знаете, немножко Индия стайл. Но очень плотные. Я... И так прям запариваться не будут. Очень хорошо посажены камни. Я смотрю, все вместе, все ли на месте. Все на месте или нет? Ага, вот здесь нету. Но это белый, поэтому здесь ничего страшного. Белый всегда можно найти. Вот такая вот. Ну, знаете, кто восточными танцами горит. Это... У меня есть такие люди, которые такое любят. Ну, или что-то из этого сделать. Так, это что? Так, это брошь эмалевая. Винтажная. Насколько я вижу, нету никаких отметин.
Очень похоже, извините, на то, как вы знаете, вот колорадский жук насрал, вот эти икринки. Ну, извините, что это приходит на ум, да, муж ржет просто. Нет, ну, знаете, когда на картофель вот это детей своих, там, ну, они как это, отложили, простите, простите, простите. У меня очень просто канал высокого интеллектуального быта, вот, поэтому вот так вот получилось. Ну, что-то похоже на Original by Robert, но если Original by Robert, в принципе, вот так. Нет, короче, это не Original by Robert. Давайте просто вот отставим. Но сделано, кстати, очень хорошо. Так, где вы мои? Ёпшта. Кто вечерами по-тихому занимается БДСМом? Колитесь. У меня для вас есть, по-моему, прекрасный подарок. Ну, это шучу. Можно приобрести. Так, что здесь? Это браслет с кисточкой. Кисточка, как вы видите, состоит из разных этих цепочечек. Поэтому я говорю, можно хрен. Позвонить мужу, пока не слышно. Так, и видите, какое плетение? Двойное. Такое прям вот прям леди в кожаном. Несу. Диссертацию человек писал. Чего я несу? Свет, радость, позитив. Вот что я несу. Так. Кто только подумывает заниматься БДСМом? Ага, вот. Очень интересный цвет браслета, кстати. Конечно, какой-то перламутровым эффектом. Но это, господи, как это? Металл, во. В общем, то он сам в себе, по-моему, запутался. Вот в это колечко, я так понимаю, вот это вот вставляется, не вставляется. Что ручки, что ножки, девиз семьи Борисовых. Кстати, к коту то же самое относится. И вот такое. В общем, одна какая-то побольше, какая-то поменьше. Они просто немножко закрутились. Ну, конечно, они в черт знает чем ехали. Вот, все, посмотрели, кайфанули, забыли. Так, дальше. Давайте как-то более, наверное. Так, мне сразу выпало с чем-то маркированного браслет. Браслетов много, правда? Кто тут у нас, блин? Сначала думала, Каин написано. Кафин, Нью-Йорк. Я не знаю эту марку, поэтому... Но что-то хорошее, ибо я вижу эту цепочку страховочную. Посмотрим, рабочий ли здесь алимент. По-моему, рабочий. Даже очень хорошо рабочий. Так, это браслет. Смотрим его особенность. Особенность его... Ну, вот яичко есть. Ага. Так. Угу. Ну, я как бы с вами тоже смотрю. Так, дайте его выкручу. Он что-то весь перекручен, закручен. Я отстегну страховочную, потому что так мы с вами не... Ну, отстегну, просто расстегну, я имею в виду. Так, а то мы с вами так и... Так, вот. Это его тыльник. Давайте его передник смотреть. Меня что-то так хорошо царапает. Ага, вот что меня царапает. Отсутствие кристалла. Вот такие прикольные. Такие мятые, сжатые. Ага, тут кристаллы все такие. Нет, вот это... Так, понятно. Это на этом, а это на этом. Вот здесь это круглые, видите, одного не хватает. Вот здесь такой вот золотой жамканность. Вот здесь такие тоже вот такие вот, как яички. Здесь еще золотое яичко, здесь тоже это. Вот такое золотое яичко, и здесь вот оно. И вот такого яичка не хватает. Ну, а вообще это что-то прям очень даже ничего. Ну, видимо, то, что чего-то стало не хватать, поэтому это отнесли в лом. А так, как вы видите, все работает. Это я просто ее отстегнула от этого, чтобы не мешало. Это от этого туда, в это. Так, иди, ешь твою налево. Сейчас, моя хорошая. Ешь твою налево. Мы его достали. Он с нами. Произведение хрен знает какого искусства. Ну, декоративно-прикладного, наверное. Так, цветочек. Кристаллечки. На месте все. И вот такой браслет. Так, ты маркирован? Маркировки больше нет.
Нет маркировки. Ну, в общем, вы поняли, да, какая тут вся эта вот эта вот ебеда. Вообще, вот, ну, аленький цветочек, версия 2.0. Да как же мы без вас-то, мои, просто, это просто символ моего канала второй. Думаю, Джулианах, нет, ни хрена, беконусы. Кто недавно на канале, знаете, беконусы наш все. Почему, спросите у староверов, у старожилов моего канала. Так, беконусы, притом хорошие, хрустальные. Так, вот это я не знаю, на стекле или не стекле, бить не буду. Вот такой браслетик. Мне написали, что это замок Тонгл. Может, я неправильно. Не пишите, что я неправильно. Я хочу быть уверена, что я правильно сказала. Все. Вот такая вот это. И, я так понимаю, это какой-то тросик, на который все собирается. Ура, форева. Так, дальше. Дальше у нас вот такая корона. Не Российской империи. Сделана хреновато как-то. Ну да, здесь что-то еще должно было быть, наверное. И какая-нибудь... подвеска там есть, что у меня там на браслете, вот прям, представляете, вот это вот висит. Вот. А, ну, такое. Такое. Не скажу, что это очень... Нет, это хороший металл. Вы сами видели, как сейчас жало. А, не скажу. Опять-таки, может быть, начало 2000-х. Так, господи, что ты это? Браслет. С какими-то насечками. Можно я не буду ничего рассказывать? Все, спасибо. Так, это что? Так. А жемчужины нет, жемчужины нет. Жемчужина подрана, жемчужина залита. В общем, короче, если вы фанат вот этого всего, а так здесь, конечно, брошь классная. Давайте рассмотрим ее поближе. Да, очень ее перезалили. Очень. В общем, вот это все снимать, жемчуг. И что у нас здесь? Здесь у нас замечательная иголка. У нас есть какая-то здесь атрибуция? Ага, есть какая-то атрибуция. Так, игла, конечно, вообще кайф. Так, кора. Кора. Самые у них всегда не пропечатанные. У них почему-то одно время машинка плохо пропечатывала. Реально вот эта вот, которая ставит, плохо пропечатывала. Это я уже могу даже сказать. Вот коровский цветок. Дальше. Ай, скотина. Уколола. Короче, меня вы поняли, да? Так, вот это меня укололо. На счастье, видать, меня укололо. Здесь нет вот этих голубых фигушечек. Они есть только наверху. Вот. А вот такая вот брошь. Долго рассказывать надо? Нет, я думаю, не надо. Так, что здесь? Ой, у нас когда-то на люстре такие же висели. Девчонки, я в затруднении, как комментировать сей браслет. Хочешь сказать ай-на-не-на-не, и все. Но я так понимаю, ну, в принципе, для чего-то, если вот эти вот штучки взять. Почему здесь внизу, и они вот просто заканчиваются кольцами? Это задумка дизайнера, и откуда вот это здесь? Тоже с чьей-то люстры? Но я вижу краб. Я понимаю, что это достаточно такое-то изделие. И вы посмотрите, какие крупные звенья. И пайка хорошая, так какие-то не делает. Вот. Это хорошее изделие. Но странное. Очень странное. Есть кто любит такой, черт возьми, почему нет? Так, какая-то сумасшедшая серьга. Ну, такая, из таких, из непородистых. В них половина... Да, больше рассказ, тут даже кристаллов половины нет. Даже не знаю, есть ли ей пара. Что, беконусы опять? Не, не беконусы, но похоже. Кстати, вот эти хрустальные штучки. На замке Тонгл. Даже если я сейчас неправильно сказала, вот кто-то напишет, убью нафиг. Так, вот такие красивые цвета. Ну, кто занимается, тому интересно таким. Ну, я имею в виду вот такой материал. Так, для любителей БДСМа. И прочего Сэма. Интересно, нет никаких. Потому что это все сделано качественно. Я понимаю, что это не на всех любителей. Но, как говорится, и не должно каждое украшение нравиться каждому. Это же не 5000 рублей с Хабаровском, чтобы он нравился каждому.
Как я там уже складываю, я уже не вижу, в принципе. Так, дайте я сейчас вот этих двух монстров достану. Трех монстров достану. Начнем с первого. Это не часы. Это браслет. И его еще как-то надо размять, что ли. Я не понимаю, что с ним надо сделать. Он еще маркированный. А как тебе открыть? Здесь открываешься? Ну да, здесь что-то вымахиваешься. У меня сейчас ноготь отлетит вместе с пальцем. Да ни хрена не открывается. Но тут какая-то маркировка есть. Я не знаю, какая. Какая здесь маркировка? В общем, вот такая вот. Конечно, при помощи инструментов можно открыть. При помощи инструментов и сейф открывают. Что тут написано? Про Сталина, что ли, что-то. Stainless steel. В общем, стальной стиль. Все, понятно. Про Сталина не было. Ну, кстати, достаточно так это. Висечка-то прям хорошо выглядит. И это не новодел. Так. Это я с закрытыми глазами скажу, что это из 70-х. Дальше что-то сохранилось, даже что-то подписано. Что подписано тут? Самое интересное уже. Что подписано? Made in что? Хонг-Хонг. Хонг-Хонг. Пластик, пластик. Пластик под дерево. Или это дерево? Не, нифига, вот это дерево, это пластик. Поэтому такой звук. Ну, поняли, господи, вот так вот закрываю. Очень популярно такое было в 80-е годы. Даже наклейка осталась. В общем, поняли, да? Не, пластик все-таки. Пластик. Я уже облизала его, этот пластик. И вот такое, я же говорю, монстра можно достану. Это тоже очень такое в 80-е любилось. В принципе, девчонки, если есть не очень верный муж, быстрая операция безболезненная, и он у вас поет теперь. И поет высоким голосом. Меня дети смотрят, надеюсь, шутку поняли. Так, ну, в общем, вот такая вот лабуда. Да, он подсокан, да, он поэтон. Можно его покрасить баллоном. Можно взять как орудие удаления ненужных элементов для яичницы. Да, вот такой вот тоже. Но он просто там львиную долю занимал, поэтому... Так, давайте еще. О, и будем сворачиваться потихоньку. Тут у меня уже... Вот, третий элемент. Он голубой. Смотрим наличие. Все на месте. Так, Китай. Это я сразу вам скажу, да, пластиковые вот такие штуки. Кстати, в неплохом состоянии можно что-нибудь из них придумать, потому что, вы сами видите, резинка уже растянулась, а так цвет приятный, благородный. Кстати, вообще не искажает. Так, что-то старенькое, длинное и красивое. Как это называется, господи, который? Сатуар, да? Так, у этого сатуара вот здесь пимпочка. Лучше мне ее не трогать, потому что я по-любому все развалю. Это хрусталь. А это беконусы хрустальные. Кстати, цвет красивый, бежевый. Вообще, и посмотрите, с одной стороны нанесено обешка на нитки. И очень-очень-очень, блин, длинная. Там уже фокус с ума сходит, поэтому... Ну, вы понимаете, на себя надевайте, как хотите, себя, в принципе, завязывайте. Кто-то с легким придушением, кто-то с петлей вот так вот, если хочет завязать. Кто-то просто на два узла, вот кто-то вот. Ну, в общем, идей много, нитка одна. Вот, но хрустальная. О, смотрите, какое чудо, чудо-прелесть. Мама с детьми.
Винтажная. Маркировки, видите, я нет. Или, о, старый крючок. Не, крючок не старый. По-моему, не, нет. Нету, нету. Материал, из которого сделан, какой-то необычный пластик. Ну, вы сами все видите. Это, а у пчелы ради столько ног. И вот с ними вот такие, на ней вот такие вот, вот эта да, дочка. Она как немножко отличается. А это видно братья. Но она всех их за собой таскает. Странное ли это украшение? Это безумно. Но, как говорится, у нас месяц странных украшений. Так, вот такая ебеда. Брошь немножко погнулась, немножко не хватает. Чего не хватает? Да? Чего-то да не хватает, девчонки, по-моему. Или хватает. Сердцевинка немножко сдвинулась. Короче, ее немножко так это в себя привести, и она нормально будет. Давайте вот буквально три предмета и расходим. Так, Китай. Да, Китай. Сразу вижу. Пластик одной не хватает. Так вот. Вот такой вот. А мне нечего сказать просто. Вот такая вот. Так, тоже браслет. Браслет. Все. И вот такая вот штучка. Крестик-подвеска. Старенький. Можно на какую-нибудь. Если делаешь так. Вот ничего интересного. Нет, не вижу. Так, девчонки, все, дофига всего показала. Если что понравилось, пишите. Вот. Если что-то захотели, пожалуйста. Сразу говорю, продаю и как есть. Ничего не восстанавливаю. Если еще тут восстанавливать буду, я с ума сойду. Вот. А сразу отвечу на вопрос, для чего. Вот этот клей можно найти, скриньте это или списывайте. Озон точно знаю есть, Валберис не знаю есть, скорее всего есть. Так, такой клей есть, по-моему, везде. Это быстро. Вот это, кстати, с этим поаккуратнее. Если не умеете, лучше это. Так, обычные, хорошие. Прям даже покажу большой. Если долго телимся, лучше вот этим работаем. И еще кристалл. Не знаю, есть у меня сейчас здесь рядом или нет. Нет, у меня сейчас гель только рядом с собой есть. Поэтому... Ну, еще, если что, кристалл здесь написан. Вот, другие не берем. Другие все фигня. Так, работаем спиртом. У меня, как видите, целый бутылек. Можно использовать спиртовые салфетки. Если что-то нужно закрепить, но у вас нет ювелирного лака, как у меня. Скриним. Стоит недорого. Объем большой, высыхает. Все можно закреплять. И мелкую россыпь камней, и само металл, чтобы с ним ничего больше не происходило. Но только на просушенное все. Или старый, добрый, но он уже настолько старый, что уже аж уже у меня это. Я редко пользуюсь, у меня есть ювелирное это. Но у меня в таком флаконе его растапливать немножко надо, подогревать. Цапон-лак бесцветный. Все это есть. И это стоит. Так, это все для того, чтобы что-то закрепить или продлить вечность службы. Вот, цапон-лаки, кстати, есть в разных этих, в разных цветах, если что. Так, и эпоксидка хорошая, могу только посоветовать вот эту двухкомпонентную, всегда пользуюсь только ей. Клей ЭДП, еще когда-то покупала это, ну, это уже старая упаковка, ей уже пользоваться нельзя, но уже про это. Он быстрого достаточно, но сохнет он до конца все равно за 2-4 часа. Вот, смотрите, имеет свойство густеть, поэтому не тупим, работаем достаточно быстро. Так, все свои секреты я раскрыла, если что. Ну, я имею в виду по поклейке, по закрепке. Так, поэтому, если что-то из этого понравилось, бога ради, пишите. Не жалко. Вот. И...
И, в общем, мы с вами насладились тем, что здесь мы увидели что-то очень редкое, интересное, и не очень, и такое какое-то своеобразное. Вот, поэтому, надеюсь, вам было интересно. Я покопалась, я, конечно, в грязи под руки мыть скорее. Вот, поэтому, мои хорошие, все отлично. Желаю вам прожить эту неделю все, чтобы было хорошо. Вот, а не как у нас, вот, мы припарковали машину, и рядом дерево упало. Вот, слава богу, не на нас. Да, немножко шок был. Вот, поэтому пусть все будет хорошо у всех у нас. И пусть оно так и будет, наконец-то. И надежды вам на то, что все будет хорошо. А с вами была ваша Яна на диване. Мы обязательно еще увидимся. Всего доброго. Пока-пока.